Приветствую вас. Когда я читал ваш вопрос, у меня сложилось такое впечатление, что вот, ну, я подумал, у вас зависимость поначалу, потому что, ну, были отношения у вас после того, как вы с отцом ребенка разошлись. Но все это отношения были не очень серьезными, как я понял, и, собственно, они вам ничего не дали, ничего не принесли, эти отношения. Значит, но, дочитав ваше сообщение до конца, я понял, что ожидался зависимости как таковой. У вас нет, по крайней мере, я бы не сказал, что она имеется. Забыть мужчину вы не можете потому, что, возможно, не считаете, что его поступок, то есть вот его измена вам, является ну, какой-то такой, знаете, осознанным. То есть, да, он вам изменил. Да, вы правильно сделали, что попросили его уйти. Вы правильно сделали, что, в общем-то, разошлись с ним. Тут вы правы. Но правы вы также и в том, когда констатируете незавершенность ваших отношений. Потому что измена, сама по себе измена, может быть, знаете, может быть ошибка, может быть страстью, может быть чем-то еще таким, я имею в виду. Ну, не то чтобы прям нежелательным, но ошибочным. И вполне вероятно, что в глубине души вы как раз-таки подозреваете мужчину в том, и, возможно, себя, вы подозреваете друг друга в том, что разошлись вы не потому, что хотели так, не потому, что любовь закончилась. А разошлись вы по причине другой, по причине ошибки каждого из вас. Ну, по крайней мере, может быть, не каждого из вас, но ошибки кого-то одного точно. Совершенно. И вот, собственно, в этом и кроется основная, на мой взгляд, проблема. То есть проблема в том, что вы не можете друг друга, ну, как бы, принять до конца. Вот я думаю, что так ситуация обстоит. И если это действительно так, тогда нет ничего удивительного в том, что вы чувствуете. Нет ничего удивительного в том, что вы хотите быть с мужчиной, с этим. Но, естественно, вы боитесь того, что он вам опять изменит, например, он опять вас там бросит и так далее. Это, ну, нормально совершенно, что вы этого боитесь, особенно после того, что он сделал. И что вам можно сказать здесь? Ну, во-первых, наверное, то, что надо бы определиться все-таки, хотите вы быть с ним или нет. Мужчина, очевидно, просто вот приезжает к вам в подвыпившем состоянии, потому что боится, возможно, что в другом состоянии вы его просто не примете. Или он сам настолько переживает, настолько волнуется, что не может в
другом состоянии, не в каком, к вам приехать. Так или иначе, это достаточно плохо для него и для вас, кстати, тоже. Это не самый лучший вариант, поэтому нужно определяться. Определяться, хотите вы с ним быть или нет. В принципе, если прошло время, он ошибку свою понял, понял, что без вас не может, то почему бы и не попробовать построить что-то? Почему бы не попробовать просто попытаться вместе пожить, дать ему шанс? Тем более, что вы вроде как, если я правильно вас понял, вы сейчас тоже без, ну, без мужчин. И что вы, собственно говоря, теряете? Что вы теряете? Если попробуете вот с ним сойтись. Вот, пожалуй, на этот вопрос нужно, наверное, в первую очередь вам ответить. Что вы теряете? Если чувствуете, что вам действительно есть какая-то угроза, это одно. Если есть угроза, то терпеть эту угрозу, безусловно, не нужно. Не стоит, если есть угроза. А если угрозы нет, то тогда попытаться стоит. Определенно стоит попытаться. Потому что, мало ли, а вдруг вы будете счастливы. Мы, например, этого не знаем. И вы, я уверен, не знаете тоже. Но для начала стоит как минимум с мужчиной поговорить. То есть вот в один из тех случаев, когда он приедет к вам, вы ему просто скажите, ну вот, что, мол, ты приезжаешь уже не первый раз, не первый раз я тебя вижу здесь, и я, в общем-то, не против тебя видеть дальше. Как ты относишься к тому, чтобы попробуем вместе что-то сделать. Просто поговорите об этом с ним. Поднимите эту тему. Вы даже пока шагов никаких можете не делать. Ну, понимаю, что вы, может, вполне вероятно, вы боитесь какие-то шаги делать. Отдай себе полный отчет в том, что вы действительно можете бояться, и у вас есть причины и основания для этого. Так и не надо. И не надо пока никаких шагов делать, таких прямо серьезных-то. Вы пока просто поговорите, пока просто поймите, чего мужчина хочет, на что он готов ради вас. А вам дальше уже видно будет, можно ли ожидать чего-то от него, например, или нет. Если ожидать ничего от него нельзя, то вы просто перестанете мучиться и не будете ничего ждать. А если что-то получится, то прекрасно, замечательно. И все от этого выиграют. По моему мнению, конечно. Так что я думаю, именно так можно вам поступить. Именно так можно вам сделать. Конечно, если вы этого сами хотите. Потому что пока у меня есть такое ощущение, что вы сами не очень понимаете, чего вы хотите. Дальше. Значит, скучаете по нему. Но вы понимаете, в чем дело? Мужчина, ведь он был для вас ну, кем-то вроде первым, да, то есть он, ну, ребенок у вас от него, и, собственно, может быть, поэтому вы и испытываете
подобные чувства к молодому человеку, это совершенно нормально. Вам не нужно слишком задумываться над тем, что и почему. В данном случае я полагаю, что лишние мысли, они вам только мешают. Вы лучше сконцентрируйтесь на том, что вы можете реально сделать. А реально сделать вы можете, только попробовав с мужчиной сойтись. Но естественно на ваших условиях. Естественно и исключительно. Только на ваших условиях, то есть на условиях, которые вы сами поставите, чтобы не было как в прошлый раз. Если мужчина хочет с вами быть, хорошо. А если он хочет быть с вами, вы с ним попробуйте. Но только на как бы только так, как вам хочется, только так, как вам это нравится, и все. Потому что, ну, если будет опять так же, как в прошлый раз, то из этого, понятно, хорошего ничего не получится. И вы сами будете лишь только еще больше переживать, и в еще большую депрессию, например, можете войти. Я думаю, что поступать вам нужно именно таким образом. А там дальше только ваше поведение покажет. Если вы дадите больше немного информации о молодом человеке своем, о мужчине, можно будет сказать немножко больше про него и чего от него ждать. А пока, я думаю, можно ограничиться вот таким ответом вам. Я не думаю, еще раз повторюсь, что у вас зависимость, я думаю, что вы просто-напросто опасаетесь неизвестности. Но проблема в том, что это держит вас пока. Это держит вас и будет держаться до тех пор, пока вы сами не определитесь. А определиться вы можете только совершив какой-то поступок. Ну, вот, собственно, и все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И желаю вам всего самого доброго и удачи.